вертолет Еврокоптер и Си-725 «Каракал». Это новое достижение в авиации, разработанное на базе проверенных моделей семейства «Пума» и «Каугар». Вообще-то, это французский вариант названия вертолета «Еврокоптер» и Си-725 «Каугар». С самого начала его разработка вызывала интерес благодаря новаторскому подходу и усовершенствованной конструкции. В новом вертолете установлены мощные двигатели, современные роторы и новейшая авионика, что делает его не просто продолжением предыдущих моделей, а настоящим шагом вперед. Первый прототип «Каракал» поднялся в небо в конце 2002 года, а серийное производство началось в 2007 году. Этот вертолет быстро завоевал популярность не только во французской армии, но и в вооруженных силах Мексики, Малайзии и Бразилии. Вертолет EC-725 выполнен по одновинтовой схеме с 5-лопастным несущим и 4-лопастным рулевым винтами. Лопасти, изготовленные из композиционных материалов, обладают уникальной формой с отогнутыми вниз окончаниями, что значительно снижает уровень вибраций. Несущий и рулевой винты оснащены втулками типа Spiriflex, а планер частично выполнен из композиционных материалов, что уменьшает радиолокационное сечение и делает вертолет менее заметным для радаров. Шасси оснащено колесами, которые могут убираться назад, и аварийными надувными поплавками для посадки на воду. Грузовая кабина вмещает до 29 десантников и оборудована лебедкой для подъема пострадавших. Максимальная скорость вертолета – 296 км в час, а дальность полета варьируется от 900 до 1400 км с дополнительным топливным баком. Это делает «Каракал» на 50 км в час быстрее и вдвое дальнобойнее, чем популярные вертолеты Ми-8. Топливные баки расположены под полом грузовой кабины и в обтекателях по бокам фюзеляжа, а вместо грузовой лебедки можно установить дополнительный бак. «Каракал» также можно оснастить системой дозаправки в полете. Кабина экипажа спроектирована по схеме стеклянной кабины с 6 жидкокристаллическими дисплеями и системой GPS. Вертолет оснащен поисковой РЛС, тепловизионной системой FLIR и может автоматически выйти в район поиска и зависнуть над целью. Хотя «Каракал» был спроектирован для эвакуации в боевых условиях, его также используют как транспортное средство. Специальные войска, пожарные и VIP-персоны оценили его возможности. Этот вертолет – яркий пример того, как современные технологии и опыт могут создать уникальный авиационный продукт. Если вам понравился рассказ, нажмите на палец вверх и оставьте комментарий для продвижения канала. А если не подписаны, обязательно подпишитесь и кликните на колокольчик, чтобы не пропустить новые истории о вооружениях.